Действующих пожаров на территории Югры нет. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Сбродов. Все возгорания, которые произошли до этого, были оперативно потушены. 10 из них совершены по причине действий местных жителей. Один от гроз, еще один от линейного объекта железной дороги. Все службы готовы противостоять стихии. По словам Сбродова, нынешний период можно сравнить с началом пожароопасного сезона 2016 года. Тогда произошло столько же возгораний.